Наша школа до сих пор не работает из-за проклятого коронавируса. Но самое главное, что все это безумие с дезинфекторами наконец-то закончилось. Теперь мы все сидим по домам, и сегодня у нас будет первый дистанционный урок. Посмотрим, как это будет. Господи, наконец-то это безумие закончилось. Я уже просто заколебался. Каждый день какая-то жопа. То мы сбегаем из школы, то нас закрывают в этой школе, то мы спасаем кого-то из школы. Наконец-то это все закончилось, и можно спокойно пожить. А еще сегодня у нас будет первый урок в онлайн-режиме. А это вы что, не дома сидите? Алло, вообще тут самоизоляция, карантин. Здорово, здорово. Так, ладно, я домой пошел, давайте, пока. Меня мама послала в магазин за картошкой. Вы понимаете, я 2 пакета картошки тащу домой. Да, конечно, папа же не может сходить в Пятерочку купить этой картошки. Послал меня. О, здорово, пацаны. Здорово. Так, ну все. Сейчас у нас будет первый урок. А вы что здесь делаете? Санек, Витек, здорово! Че, как у вас? Как у вас дела? Уже это... отпустила вас после наших всех приключений? А что, вы не знаете, как там учительница? Ее же вроде увезли в больницу. Вы не слышали там, как она все себя чувствует? Не, ну если будет что-то фиговое, то мы соберемся, сходим же к ней, попроведуем, как Зою проведывали. Ну, отлично. А меня, прикиньте, мама отправила в магазин за картошкой. 2 мешка картошки тащу. Вы видали, я вообще какой я силач? Они вообще-то очень много весят. Срок начинается. В смысле, уже? А сколько сейчас время? Уже все? Блин, ну давайте тогда все по домам. Ребят, в Изюме увидимся. В Изюме тогда созвонимся, хорошо? В конфу заходите, которую скинули там. Все, давайте. Блин, прикиньте, короче, у нас теперь будут уроки в каком-то Изюме. Ну, такой, знаете, iZoom. Это такая программа для всяких конференц-звонков. И у нас уже прямо сейчас начнется первый урок. Я ни разу вообще на таких уроках не присутствовал. И мне интересно, как это все будет. Вы представляете, это будет как урок в школе, но только урок не в школе, а прямо из дома. Ладно, нужно быстрее бежать, отдам эту картошку маме с папой. Мам, пап, открывайте, я вернулся! Так, мам, пап, я очень сильно тороплюсь. Вот вам 1 мешок картошки, как просили. Вот 2 мешок картошки. Сдачи не было, картошка подорожала, цены выросли, поэтому, ну, в общем, я пошел на урок, хорошо? Все, давайте, я пошел на урок. Если что, ко мне в комнату не заходите. У нас там будет урок прямо через Изюм. Знаете такой Изюм? Ладно, потом, короче, расскажу про Изюм. Все, я пошел. Так, блин, я уже скачал это приложение, но я еще нифига там не знаю, как туда вообще подключиться. Так, нужно... так, это вот мы сюда. Так, пароль нужно вписать, пароль. Надеюсь, что он не узнает. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, загрузка какая-то. О, да здорово, пацаны! Девчонки, здорово! Ха-ха-ха, нифига! Здорово! А где эта учительница? А чё, кто у нас будет урок вести? Вадик, ты что ли урок будешь вести? Я ничего понять не могу. О, Артём, здорово! Ты чё, только до дома, что ли, добежал? Здорово! Вы если не знали, Артём живет вообще очень далеко, а он только что был возле моего дома. Артём, ты там это, турборежим включил или что? Как ты так быстро сюда прибежал? Спринтер? Ну нифига ты. Ой, кто-то подключается. О, здравствуйте! Здрасте! А как вы себя чувствуете? Уже лучше? Вы прямо из больницы, что ли? Или откуда вы уже? А что, вас уже выписали прямо из больницы или как? Прямиком из больницы? Нифига себе! Нифига себе, круто. Ой-ой-ой, там кто-то еще подключается. Зоя? Ха-ха-ха! Хеллоу, бичи, что испугались? Это меня Володя или Виталик обучил? Здрасте, Зоя. А вы-то как? Вы тоже еще до сих пор из больницы? Блин, круто. Зоя, нажмите Alt+F4. Артём, ну что ты такое говоришь? Ребята, рад вас видеть, но уже начинается урок, поэтому потихоньку затихаем. Все, молчу. Так, ну что? Блин, капец, тут меня сразу заметишь, если я буду разговаривать. А если я так закрою рот руками? Сегодня будем повторять причастие, причастный оборот. Ну, началось, капец. Ура, наконец! Ой, в смысле, как жалко, что урок закончен. Фух, ну что, все тогда, я давай... А, никуда не уходите? А что, это урок закончен же вроде? Сейчас будет урок музыки? Урок музыки через этот? А как через Изюм урок музыки? Ладно, ребят, мне пора на процедуры, до свидания. Ладно, до свидания, поправляйтесь! О, все, отключилось.
Ну что, а что делать будем? Учительницы пока еще нету. А вы вообще знали, что сегодня урок музыки? Я думал, что у нас сегодня в Майн. Да не, на самом деле можно и в Майнкрафт пока поиграть. Я даже ни разу на уроке музыки не был. Кто у нас вообще музичка? Ой, кто-то. Тихо, кто-то подключается. Тихо. Здравствуйте, дорогие детишки. Здрасте. Блин. Сегодня у нас будет урок музыки. Я умею петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот так? Плюс в чат, если она красивая. Ладно, лучше не пишите. Ой, все заткнулись. Все. Заткнулись. Извините. Санёчек, давай начнем с тебя. Санёк, ты сможешь, ты нормально пел там вообще. Рэп читал. Повторяй за мной. А что повторять? Дореми. Санёк, дореми, а не дореми. Ой, Санёк. Санёк, из тебя прям вообще певец, я тебе говорю. Все, молчи. Это ужасно, тебе два. Ну, Санёк, нет, она недооценила тебя. У тебя талант. Помни, у тебя талант, я тебе говорю. Женечка, пропойка, ты? В смысле? Я-то чё? Я просто... Ладно, хорошо. А что петь? Я готов. Дореми. Дореми. А чё она отключилась? Чё, всё, урок закончишь, что ли? А куда Артём пропал? Алло, что происходит? Не понял, а что творится? Чё, у них у всех интернет, что ли, повылетало, или что за фигня? Вадик! Лера! Лика, Димон, алло! Эй! А чё за фигня? Почему все отключились? Мам, пап! А чё у меня этот... У меня интернет отключился, я на уроке был, а там все вырубилось. Вы что, за интернет не заплатили, что ли? Я же говорил, что у меня сегодня урок по онлайну, алло. Платили? Подожди, сейчас проверю. Да не, говорю, все отключились. А может, у всех вылетел? А как у всех, может быть, разом интернет вылетит? Сейчас модем проверим. Ладно, пап, ты пока проверяй, а я пока схожу к Вадику. Он как раз в нашем подъезде живет, спрошу, у него тоже вылетел или нет. А то он с нами был в конфе. Капец какой-то, что за фигня, почему все вылетели? Вадик просто живет со мной в одном подъезде, на этаж выше. Сейчас я к нему зайду, спрошу, может, у него тоже выключился интернет. Или только у меня, я понять не могу. Вадик! Вадик, открывай, это Женя! Это Женя, одноклассник твой! У тебя тоже интернет вырубился, я понять не могу. Или только у меня? Подожди, это у нас типа, может быть, как? Это у всех, получается, вырубился? Как мог интернет разом вообще у всех вырубиться? Пошли ко мне, у меня как раз сейчас папа проверяет модем, сейчас, может, узнаем, что за фигня. Не мог интернет так разом выключиться. Пошли. Это какая-то фигня, может быть, это из-за того, что из-за коронавируса у всех интернет обрубило? Я понять не могу, сейчас у папы спросим. Папа, пап, ты там что-то разобрался? Что с модемом, все нормально или как? Я привел Вадика. Все в порядке с модемом? Давайте проверим антенну на крыше. Ну давайте посмотрим. Пошлите тогда вместе, что там посмотрим. Я даже ни разу на крыше у нас не был. А что, в смысле, а как антенну? А, точно, это же все связано. Странная фигня. Так, смотрите, люк открыт. Там, походу, кто-то был. Полезли. Что, полезем? Пап, можно залезть? Хорошо, ладно. Давайте вы первый, я за вами. Так. Капец, что там за странная фигня? Все открыто! Не, ну я, конечно, не эксперт, но вроде нормально все, это что такое? Капец, тут высоко! Я не понимаю, а чё, что-то не так, пап? Тут обрезал провода? В смысле? То есть это кто-то залез на крышу и обрезал нам провода? А чё там такое? Что это? А, вот реально провода обрезанные. Что за хрень? Тут написано, что вы поплатитесь, ублюдки мелкие. В смысле? Я, кажется, понял, кто это сделал. Это не шутки, папа. Они залезли на крыши домов и пообрезали нам антенны, чтобы мы не смогли учиться дистанционно. Кто это мог сделать, как не... Дезинфекторы. Поганые дезинфекторы.
война еще не закончилась.